На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Читает Ломова Анастасия, 6 лет. Дмитриев Юрий, что такое Новый год? Что такое Новый год? Это все наоборот. Елки в комнате растут, белки шишки не грызут. Зайцы рядом с волком на колючей елке. Дождик тоже непростой, Новый год он золотой. Блещет, что есть мочи, никого не мочит. Даже Дедушка Мороз никому не щиплет нос. Какого цвета Новый год? Веселого, как рыжий кот. Он серебристый, как снежок, и разноцветный, как мешок. С подарками прекрасными, машины, куклы, красками. Он солнечного цвета.